Ну, слава богу. Как себя чувствуешь? Где мы? В горах. Что произошло? Землетрясение. Нам надо ехать? Нет. Я не поеду. Здесь собираешься остаться? Я с вами не поеду. Ну, хватит. Ты должна объявить. Сколько они вам за меня заплатили? Что? Вы же приехали сюда, чтобы на мне денег заработать. Вот дура. Я приехал тебе жизнь спасать. А в Москве, когда вы мне Абаю сдали, вы меня тоже спасали? Да вас же купили, так же, как и всех остальных. Меня избили возле дома и забрали ключи. Почему я должна вам верить? Сейчас нам нужно отсюда уехать. Пожалуйста. Покоя? Ну так ты успокойся для начала. Нет, вы не понимаете, они убийцы. Они убийцы, их нужно остановить. Я должна хорошо, их остановить. Хорошо, что ты можешь сделать? Что? Я не знаю, никто ничего не хочет делать. И вы тоже ничего не делаете. Слушай, ты хочешь умереть? Давай я убью тебя, прямо здесь и сейчас, хочешь? Пусти, пустите меня, пустите меня. Послушай меня. Поедешь ты туда со мной или без меня? Это самоубийство. Ты это понимаешь? Какая разница? Я все равно умру. Ты не умрешь, если будешь слушать меня. И сейчас ты поедешь со мной. Всех тех, кто пострадал от них. Я их видела. Я их всех видела, и я ничего не сделала. Хорошо, что сейчас ты собираешься сделать? Поедешь под пули, чтобы тебя опять посадили под замок, потом вооружишься гвоздем и нападешь на Абая. Отличный план! А вы? Что делаете вы? Я спасаю твою жизнь. Да скажите. Скажите мне, зачем?
Спасибо. Куда вы? На всякий случай. Здесь жили Махмуд с внуком. Да, я их видел, когда ехал сюда. Нужно их найти, может быть, они еще живы. Нам надо найти бензин. Вы меня слышите? Да, слышу. Умет. Не двигайтесь, я вас осмотрю. Тихо, 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 тихо. Так, ногу мы перевяжем, рана неглубокая. Умет, он там. Найдите его. Даже если он поцеловал меня, мы все равно не сможем их разобрать. У нас нет на это времени. Здесь нужно специальное оборудование. Тут работа не на один час. Да послушай меня. Нам нужно найти бензин, ехать в аэропорт. Что? Тихо. Вы слышите? Нет, я ничего не слышу. Лейла, это нереально. Здесь нужны специалисты. Пойдем. Постойте. У нас нет времени. Ты это понимаешь? Нам нужен бензин. Если Абай жив, он будет нас искать. Мы не можем так рисковать. Голову держи. Положи его тут, ничего нельзя сделать. Как нельзя? Потерял слишком много крови. Пойдем. Нет. Нет, не может быть. Вы же врач. Как это ничего нельзя сделать? Нет, это невозможно. Переливание. Слышите? Мне в детстве делали переливание. Да какое переливание? Ничего нет, ни оборудования, ни крови. А шприцы есть? Шприцы есть, у меня в сумке в машине. Несите, у меня можно взять кровь. Да мы не знаем, какая у него группа крови. Какое это имеет значение? Да, это вообще так не делается. В таких условиях, без оборудования, мы не знаем ни группы крови, ни резуса. Так вообще так, нельзя. Если ему не сделать переливание, то он умрет. Да.
Тогда какая разница, подойдет ему группа крови да или ты-то нет? Ты-то что в этом понимаешь? Речь идет о жизни человека! Это медицинское преступление! Преступление смотреть, как ребенок умирает! Как вы можете так говорить? Как вы можете говорить, что здесь ничего невозможно сделать? Что ему ничем не поможешь? Значит, меня вы хотите спасти, а его нет? А чем моя жизнь отличается от его? Да вы врете все. Подожди! Неси мою сумку. Освободи стол. Сколько? Очень низкая. Какие у него шансы? Почти никаких. Ставь мне жгут. Сильнее затягивай. Сильнее. Подержи катетер. Теперь тяни. Медленнее. Стоп. Снимай жгут. Теперь повторяем. Еще? А как ты думал? Еще, еще, еще. Он пришел в себя. Ему лучше. Спасибо тебе. Нам с Лейлой нужно срочно добраться до аэропорта. У меда нужно госпитализировать. Я могу доставить вас в Москву, но нам нужен бензин. Вы знаете, где его найти?
Что там? Это огонь. Видел Лейлу с этим доктором? Махмуд – человек моего отца. Успокойся. Тебе нельзя волноваться. Давно? Где-то час назад. Я подгоню машину. Махмуд, нам пора. Почему ты с ним? Почему вы нас не сдали Абаю? Доктор отдал свою кровь моему внуку. Он его спас. Езжайте с доктором. Хороший человек. Все оставшиеся мои часы я буду молиться за него. Можем ехать. Я не поеду. Я хочу быть похороненным здесь. Позаботьтесь об Умиде. У него больше никого нет. Извините, что все так затянулось, но дело в том, что Калинин пропал. Опять пьет? Нет. Уехал в Среднюю Азию. Куда уехал? А что он там забыл? Я не знаю, но как в воду канул. Есть вероятность, что Калинина нет в живых. Там, куда он уехал, произошло сильное землетрясение, и от него нет никаких вестей. Что делать? Ваша задача – купить фабрику. Если Калинин жив, найдите его и привезите на подписание договора. Если нет, переоформляйте бизнес на себя и проводите сделку. Времени у вас в обрез. Всего доброго. До свидания.
Дорога, на которую ты указал, завалена камнями. Их машины я нигде не нашел. Как так? Не знаю. Встать! Ты ранен? Нет. Ерунда. Покажи. Кому ты помогаешь, Махмуд? Кому? Ты забыл, кто твоя семья. О чем вы думаете? Да. Благодаря тебе сегодня многое произошло. Ты ведь не только Умеда спасла. Вообще-то ты меня спасла. Спасибо тебе. Вы сегодня тоже меня спасли. Если бы вы меня не остановили, и я вернулась домой. Тихо. Спасибо вам. Игорь. Я... Слушайте, что вы там бурчите? Давайте уже спать. Нам завтра, знаете, во сколько вставать? Я завтра вас разбужу, учтите. Вроде взрослый, а как маленький, честное слово. Ну, с Умедом мы не пропадем. Что будет завтра? Умед, посмотри-ка, что там написано. Аэропорт. Серьезно? Уже так близко. Может, не поедем? Да действительно. Мы же никуда не торопимся. Не понял. А это еще что такое? Можем проехать. Разворачивайтесь, дорога закрыта. У меня в машине больная девушка, раненый ребенок. Нам нужно срочно вылететь в Москву. Аэропорт разрушен, самолет не летает, дороги нет сейчас. Направо военный аэродром и лагерь МЧС. Они, может, помогут. А когда мы сможем вылететь? Пока неизвестно. Давай, езжай направо, побыстрее. Так, расходимся. Дайте машине проехать. Побыстрее, побыстрее. Подождите здесь, я сейчас. Все в порядке. Салам, Нурбек. Здравствуйте. Добрый Кто день. Здесь главный? Штабной блок направо. Спасибо.
Калинин? Анохин. А ты-то почему здесь? Долго объяснять, Олечка. Мне нужна твоя помощь. Ты знаешь, когда ближайший самолет в Москву? Сейчас сложно сказать. Возможно, завтра. Послушай, ты можешь меня отправить? Со мной девушка, ей нужна срочная операция. И мальчик с тяжелой травмой. Нет, не могу. В Москву мы отправляем только по степени тяжести, порядке очереди. Иди обратись в диагностический модуль. Там врачи их осмотрят и решат, что делать. Олечка, я все понимаю. Но ты тоже меня пойми. Мне срочно нужно с ней улететь. Игорь, извини, я ничего не могу сделать. Оля! Кстати, та девушка, Ангелина Сергеева, которую ты мне рекомендовал, она действительно хороший врач. Спасибо. Она что, здесь? Держись, мой хороший. Держись, ты молодец. Ты скоро поправишься. Ритка, мальчик потерял очень много крови, сделали переливание. Пока его на анализ, дальше посмотрим по состоянию. Хорошо, Ангелина. Ну? Ничего не бойся. Мы с тобой, мы рядом, слышишь? Я не боюсь. Все будет отлично. Да, неожиданно встретились. Ну, как тебе здесь? Работается? Хорошо. Спасибо, что помог. Да бросьте. Тебя Анохина хвалит. Мне очень приятно, спасибо. Пойдемте со мной. Увидимся. Угу. Присаживайтесь. Вас как зовут? Лейла. Местная, да? А вы давно знаете Игоря? Нет. А как он здесь оказался? А он за мной приехал. Говорит, мне нужна срочная операция. А что, у вас какой-то особенный случай? Не знаю. А что? Нет, ничего. Просто странно, чем вы заинтересовали светило российской медицины? Наверное, у вас действительно особенный случай, раз он приехал сюда за вами. Что-то важное для науки? Наверное. Невероятно то, что происходит здесь и сейчас. С нами заместитель командира отряда центра «Спас» майор Игорь Николаевич Шиповал. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, сколько уже пострадавших зарегистрировано в лагере МЧС? Так, понятно. Поднимайте, быстро. Оля. Оля. Реанимацию его. Я могу чем-то помочь? Спасибо, здесь помощников хватает. Я просто подумал, пока я здесь, я могу быть чем-то полезен. Может, операционный. Игорь, спасибо, я ценю. Но здесь тебе не московская клиника. Ни условий, ни возраста в операционной. Да какая разница, где оперировать? Ты это серьезно? Абсолютно. Ну что ж, хирургов на месте у нас хватает. А вот в бригаде пригодился бы еще один. Они утром поедут. Так, куда ехать, что делать? Как куда ехать? Ехать в горы, доставать пострадавших из-под завалов, ну и оперировать прямо на месте. В смысле на месте? В смысле без Моцарта и операционной. Ну что, поедешь?
Привет. Не спишь? Mm-mm. Ну как ты? Нормально. А Умит? Тоже хорошо. Ну, я рад. А вы как? Да я это что? Да врач, Ангелина. Вы с ней работали вместе? Да. Да, работал. Но это не важно. Важно, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты не волновалась. Ты знаешь, мне завтра нужно будет уехать ненадолго. Куда? В разрушенные поселки. Там врачей не хватает, меня попросили помочь. Вы с Ангелиной поедете? Не знаю. С кем получится. Что, моя милая, как тебе спалось у нас? Хорошо, спасибо. Скажите, а доктор Калинин еще в госпитале? Уехал только что. А чего ты им интересуешься? Понравился? Да, доктор видный. Наша новая Ангелина тоже явно неровно к нему дышит. Как он приехал, вся преобразилась. Я не в курсе подробностей, но говорят, они когда-то знали друг друга. Теперь, видать, снова судьба свела. Да что с тобой? Эй, моя хорошая, ты чего? Аллергии нет на лекарства? Нет, спасибо. Все в порядке. Со мной это бывает. Ну как ты? Устал? Да нет, нормально. Я не хочу, чтобы между нами была недосказанность. То, что было, прошло. Мы можем просто быть друзьями. А я думал, что тебе неприятно меня здесь видеть. Наоборот. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело после всего того, что произошло. Но я хочу, чтобы ты знал. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Спасибо тебе. Нет.
сильно вас придавило. Байтан, вам необходимо ехать в больницу. Рана серьезная. Нужен рентген. Не поеду я никуда. Некогда мне по больницам ездить. Свободен. Каденбек, подготовь отчеты о последствиях землетрясения и проведении спасательных работ. Всю свежую информацию сразу передавать мне. О ситуации докладывать круглосуточно. Да, бай. А ведь я хотел сделать тебя своим наследником. Не возвращайся в мой дом, пока не найдешь Лейлу. Байтан, вот она. Теперь ты знаешь, где их искать надо. Давай, действуй. Хочешь, пообедаем вместе? Да я, наверное, сам. Просто дружеский обед. Я что-нибудь приготовлю. Ну ладно. Не буду настаивать. Иди отдыхай. Но если надумаешь, приходи. Я, конечно, может быть, не самая лучшая хозяйка, но я постараюсь. Я слышала, Калинин специально за тобой приехал. Что, правда, что ли? Мне нужно сделать операцию в Москве. Да не волнуйся ты, сделают тебе операцию в Москве. Хороший врач этот Калинин. Да и мужик вроде нормальный. Ну, чё ты? Да, он хороший. Дай бог ему счастья. То у него, говорят, трагедия. Жена погибла. Угу. Ну, ничего, время лечит. Вроде они с нашей Ангелиной сейчас. Видела их с утра возле ее палатки. Голубки. Все мы живые люди. Все хотим простого человеческого счастья. Я когда тебя увидел первый раз, помнишь? Первый раз? Это когда… Ну да, я шел по коридору, уронил там что-то, папки, какие-то документы. И я тебе помогла собрать. Да, при этом не поняла, что перед тобой начальник. Ты тогда точно так же делал. Вот так? Угу. Я сначала этот твой жест заметил. А потом уж тебя. А ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? Нет. Этого не помню. Мы были в парке. Сидели на скамейке. Было холодно, ты очень сильно замерз. И я предложила нам обоим погреться под моим пальто. Да. Помню. Я тебя первая поцеловала. Thank you.
Лин, прости. Прости. Ты очень дорогой мне человек. Но я не могу. Это из-за девушки? Из-за Лейлы? Тут много разных причин. Но она одна из них. Главное, выруби ее по-тихому и тащи сюда. Раненых много, подозрений не вызовите. Все, действуй. Все, я вас зарегистрировала. Давайте, быстро, быстро, на рентген. Идите за мной. Девушка, я чувствую сестру. Она должна быть где-то здесь. Суматохи потерялись. Посмотрите, пожалуйста. Назовите фамилию. Резаева Лейла. С вашего позволения. Так не... Постоянным врачебным контролем. Нам нужно найти ее как можно быстрее. У тебя к этой Лейле какое-то особое отношение? Да какое особое отношение, Оля? Я за нее в ответе. Да ты даже за Иру так не переживал. Слушай, Анохина, знаешь что? По информации от охраны, она покинула лагерь сама. Ее никто не похищал. Как сама? Вот так. Почему? Cana caylo buz, birge de bol konca. Ты чё такая грустная? С женихом, что ли, поссорилась? У меня нет жениха. Чего? Нет у меня жениха. Такая красивая девушка и нет жениха? Не может быть. И на примете нет? Нет. Чё? Нет. Это зря. Вот у меня 3 дочки, 2 сына. Жена у меня знаешь какая? Я люблю ее, она любит меня. У тебя же есть семья? Ну, папа, мама, братья. Семья – это хорошо. Семья – это главное. Ты согласна со мной? Согласна, нет? Чё молчишь? Да. Конечно. Вот так. Сейчас приедем. Тут вроде и людей-то нету. Тебя подождать? Нет, спасибо. У меня здесь дедушка. Ну, тогда ладно. Привет, дедушка! Махмуд! Махмуд! Thank you.
Умед, как ты здесь оказался? Ты сбежала из госпиталя. А я не хочу быть там один. Махмуд! Ты